готовится к старту третий забег. Это первый забег у мальчишек 12-13 лет на ту же дистанцию, километр. Ну, у девочек было довольно бодро, я, к сожалению, не успел засечь, но несмотря на погодные условия, все было серьезно. Ребята, не знаю, два забега или один. Наверное, два. Холодно, дождливо, но хорошо, хоть снега нет. И ветер небольшой. Это тоже радует. 35 секунд начала, тоже бодрое. На 15 примерно. Ну, то есть 35-40. Ну, наверное, примерно по 40 и буду дальше бежать. По 40, я напомню, это 3,20 километр. Ну вот, соответственно, исходя из этого, наверное, можно где-нибудь на 3.15 ожидать победителя. Кто забеги, давайте посмотрим, сколько на самом деле получится. 1.58. Ну, 2 минуты это на 3.20. Так что да, если ускорение вдруг вот бегущий, наверное, вторым, да, он увереннее смотрится сделать, то как раз 3.15, хотя, скорее всего, 3.20 все-таки. Приблизительно. Ну, в общем, 3.18, видимо. Там серьезное. А, это скорялся. 3.10. Ну, может, и 3.15. Три 18, действительно. Последнее предсказание было правильно. Давайте посмотрим остальные. И здесь мат. Все теперь матерятся. Маленькие дети, средние. Все. Он 12 лет ему, а он уже все, без мата не обходится. Ох, не добежал. Давали 4.20.